Запасов газа на черноморских месторождениях хватит для покрытия потребностей населения Турции более чем на 30 лет. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на власти. Ранее глава Минэнерго Турции Фатих Данмес заявил, что зарубежные эксперты подтвердили открытие в Черном море нового месторождения с запасами 58 миллиардов кубометров газа. Оно было обнаружено на глубине 3 километров во время бурения скважины Чайджума-1. Теперь общие запасы голубого топлива в турецких территориальных водах оценивается в 710 миллиардов кубометров.